Утро понедельника в Березниках выдалось недобрым. На улице Сухановской при пожаре погибло 3 человека. В ГУ МЧС по Пермскому краю рассказали, что сообщение о возгорании в пристройке к ангару на улице Сухановская поступило в 5:40 утра. На место выехали 25 сотрудников МЧС, а также 8 единиц техники. Оказалось, горел деревянный пристрой к ангару. Площадь пожара составила 93 квадратных метра. Возгорание удалось локализовать в 6:31 и ликвидировать полностью уже в 6:37. К сожалению, несмотря на все усилия огнеборцев, при пожаре погибли 3 человека. Их личности сейчас устанавливают. По факту ЧП проводится проверка. 31 октября 2022 года в Следственный отдел по городу Березники из Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю поступила информация о том, что в ходе пожара по адресу город Березники, улица Сухановская, 35, было обнаружено 3 трупа. По данному факту в следственном отделе возбуждено уголовное дело, проводятся необходимые следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств назначенной экспертизы.